לפני שבוע יבגני נתן לנו דבר מאוד מאוד מרוכז וחזק על קריאה של עם ישראל. Неделю назад Женя говорил очень глубокие вещи о призвании Израиля. והוא דיבר את זה כל כך חזק וברור. И он говорил об этом настолько сильно и ясно, что после собрания некто Ефраим подошел и говорит, что слушай, мы должны как-то соотнести служение Израиля со служением других народов также. И взаимет. И это правильно, это правильно. Ки баулам куло каям ло рак ам Исраэль. Потому что во всем мире ни один Израиль существует не в безвоздушном пространстве. Эле еш амим рабим. Но есть многие народы. Вахарей Ноах аю шивим амим плюс Исраэль. И после Ноаха мы знаем, что от него произошли 70 народов, и Израиль это был 71-й. Сегодня, если мы посчитаем, то свыше 1200 народов, которые обитают сегодня на лице земли. И у каждого есть свой характер. И есть свое призвание пред небесами. Но когда мы говорим о вере в Бога и его призвании и первородном первенстве, то понятно, что наши глаза так или иначе падают на Израиля. И в социальных сетях, и мы, особенно в Фейсбуке, мы можем видеть, как разные сорта националистов поднимаются и растет вместе с этим антисемитизм. И поэтому особенную актуальность принимает, когда мы достаточно ясно говорим о призвании Израиля и о призвании народов, потому что если мы начинаем все это затуманивать, то не может быть понимания. В Деяниях апостолов написано, это написано в 17 главе, ואנחנו יכולים לקרוא ברוסית פסוקים 26, 27 ו-28. С 26 стиха по 28 мы можем прочитать. От одной крови он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив определенные времена и пределы их обитанию, дабы они искали Бога, не ощутят ли Его, и не найдут ли, хотя Он и недалеко от каждого из них, из нас. Ибо мы им живем, и им движемся, и существуем, как и некоторые из ваших стихотворцев говорили, мы Его и род. Векан כתוב שאול מדבר בעצם באתונה, ביוון. שאול, פאבל, он говорит об этом в Греции. והוא אומר שהנה אתם משתחווים לאל שאתם אפילו לא מכירים אותו. И особенно афинянам он обращается, говорит, что смотрите, вы поклоняетесь Богу, которого вы не знаете, неведомому Богу жертвенник он находится. אבל הוא... Но именно этот Бог есть Бог всех нас. И Он тот, кто дает смысл и назначение, и направление, и призвание каждому человеку и каждому народу. И даже если мы помним, что написано в Сефер Дварим, перек 32. Дварим это второзаконие. И мы вспоминаем в 32 главе книги Второзакония. Там написаны аналогичные вещи. Вишам
Пасук Шмоне, Катув Каха. Когда Всевышний давал уделы народам и разделял сынов человеческих, тогда поставил пределы народов по числу сынов Израилевых. Аскана нахну руим шней псуким. Итак, мы видим здесь два стиха. Шанахну килушнех бамасеш. Два места. Бамасеш лихим бабасефер. В Деяниях апостолов и во Второзаконии. Вехшанахну курим мас сефер дварим, анахну руим шееш кешер. Бенамим в Израиль. И уже из Второзакония мы видим, что есть некая связь, некое соотношение, некая гармония между Израилем и другими народами. И есть множество, что сказать Хазалю, и много комментариев наших мудрецов. Каким образом наш народ должен повлиять на все другие народы? Но когда Павел Шауль говорит в Афинах, הוא אומר שאתם חבר'ה צריכים גם כל אחד למצוא את הפנים האישיים שלכם. Он говорит, ребята, каждый из народов, каждый из вас, он должен найти свою личность, найти себя в Боге. ומאוד מעניין אם אנחנו פותחים התגלות של יוחנן. Интересно, когда мы открываем откровение Йоханана, ואנחנו קוראים פרק 2 ופרק 3, и читаем вторую и третью главы. Шам Иешуа дерех Йоханан нотен итгалут лешива кнесиот баасия. И Иешуа там дает откровение в послании к семи общинам в Асии. Оло мидабер леколя кнесиот о коля кигилот баулам куло. Он не обращается там ко всем общинам всего мира. Ки аза ю кигилот гам бером, гам аю басфарат квар кигилот. Азия — это не единственное место было, где были общины верующих, были в Риме и в разных других местах. Но он обращается к общинам именно специфического места. В основном, если вы откроете карту, это Грузия, Греция и современная Турция и современная Сирия. А коля кигилот немцаим байзор азе. Это Азия, то, что называлось Азия. Ве уно тен машу мёд мэаньен. И он говорит что-то очень интересное. Укотев бэцем милале шива, шива кигилот. Он дает слово к семи общинам. Ве умер לבכל פנייה, לכל קהילה, הוא נותן ציור שונה למלך המלכים, לישוע עצמו. И каждой общине, когда он обращается, он предваряет неким посланием, и он дает некий образ Иешуа Мессии, и в каждой общине он предстает в неком другом образе. אז לקהילה אחד Иешуа נראה שם כמו שורש דוד, Перед одной общиной в послании он предстает Иешуа как корень Давида, какой-то очень еврейский стиль такой. כאילו אתה קורא ספר של יצחק בבל ואתה רואה יהודי כזה דתי ממש, רואים אותו דתי יהודי שצריך לגלות את הפנים היהודיים שלו לאנשים ב... И как если бы мы читали Исаака Бабеля, там предстает еврей, вот типичный, характерный еврей, который должен раскрыть свое еврейство в том месте, где он живет. מישהו שכאילו אתה מסתכל סרט של מלחמת המלחמה כוכבים. И в послании к другой общине Иешуа предстает в образе, как если бы сегодня мы на современный язык перевели типа «Звездных войн», вот такое что-то там. Это еще гибор козе. Какой-то сверхъестественный супермен такой. ואפשר לשאול שאלה, למה לכל קהילה יש דמות אחר של ישוע, למה לא לצייר אותו באותו דמות שיהיה משהו סטנדרטי, שוודי, עם עיניים
Хулот Везенигмар Сипур. Из Икеи. Нахон. И, конечно, возникает вопрос, почему красным общинам, почему бы не предстать еще везде стандартным, одинаковым, вот, чтобы все его узнавали определенным образом. Но к каждой общине он обращается как бы с другим лицом. Савир ланиях. И вполне вероятно, амим, что есть группы народов, шелаем, которые настолько погружены, настолько укоренены в реальности, языческой реальности, שבלי שלקחת אותם מהמציאות הזה ולהכניס אותם למשהו לגמרי שונה כמו מסגרת יהודית, אי אפשר להוציא אותם מהבוץ הזה. Что не, то, невозможно просто как-то постепенно их начать выводить, но надо просто взять и резко предстать в чем-то, что они совершенно для них может быть не знакомо, но которая резко отличается от того, в чем они... просто вырвать из их из той реальности, поместить их в другую реальность и объяснить, это правильно, это истина, это далеко от истины. И вот эта новая для них реальность, она очень близка к тому, что мы бы назвали еврейство. ואני לא פוחד עכשיו להגיד, אני נזהר קצת, אבל אני לא פוחד להגיד את זה, כי צופים בנו הרבה אנשים. Я стараюсь быть аккуратным, потому что нас смотрят многие, но все-таки я не стесняюсь и не боюсь сказать нечто. Кмо кнесия православит. Что кно? И дума меод летарбута иудит, им анахну мистаклим ма коре ба кнесия православит, а сшам коле минхагим зе кмо аю ба бейта мигдаш. Например, в качестве примера православная церковь. Если взглянуть на это чуть выше, то фактически та традиция, те церемонии, ритуалы, которые там есть, это очень близко к тому, что было в храме Соломона. И наверное, народы, которые сейчас под влиянием православной церкви, эмаю кольках табу ба бапульхан пагани, они настолько были погружены в литургию языческую, шаю амурим лацет лемашу шизая домели сигнон игуди меод. Для них просто не было возможности продолжать им что-то, пытаться что-то изменять. Надо было просто выйти и зайти в нечто, что было характерно для Израиля. Но, например, в протестантском мире там нет такого. Есть у них различные присущие им стили поклонения. Понятное дело, что Иешуа, он все еще сделан в Израиле. Но они не стесняются использовать свою предыдущую традицию для того, чтобы взять из нее что-то и привнести в современное... Сейчас мы не будем это сильно развивать, потому что 5 минут недостаточно для того, чтобы все это... Но идея такая. Если ты хочешь следовать за Богом истины, ты должен так или иначе воспринять влияние от Израиля, иначе ты не сможешь следовать за Богом Израиля. И другое, с другой стороны, в этом сложность, что при этом ты не должен быть точно повторять Израиль. Ты должен найти свое личное, личный образ, личное предстояние перед Богом. Потому что у каждого народа есть свой характер. Как у каждого человека.
Как у каждого человека есть его личное восприятие, его дары, которые он получил от Бога, его направление, понимание, восприятие мира. И очень важно понять, в первом столетии апостолы пауза. Слушай, нам надо завести на экранах, чтобы экранное время не пропадало. Вместе с тем, нам важно понять, что в первом веке, כשעמים שונים היו מתחברים לאמונה באל אחד, когда народы присоединялись к вере Израиля, к вере в единого Бога, посланники, водимые откровением Духа Святого, вы не должны буквально повторять все пункты, то, что связано с призванием от Бога народу Израиля. Очень важные четыре пункта они, да, предписали для того, чтобы в других народах верующие в общинах исполняли это. Верить в единого Бога. Удалиться от всякого идолопоклонства, в том числе связанное с пищей, которая была посвящена этим самым божествам, сохранять в чистоте семью, семейные отношения, как это дано в Торе, להתייחס לבן אדם כמו שגם כתוב בספר תורה и относиться к, уважительно к другому человеку, делать ему то, что ты сам хочешь, чтобы אבל тебе כל делать. עם יכל לפתח את האישיות שלו. Но каждый народ должен был оставаться самим собой и развивать те дары перед Богом, которые он ему дал. ואז כמו שאומרים שליחים Элохим яхов это зе, и зе итен тмуна нахона, в динамика нахона баулам куло. И апостолы считали, что тогда это будет угодно Богу, и это придаст динамику правильную и правильное развитие тела Мессии во всем мире. Вакшав ани руце лахзор ле парашат шаво ваигаш. И вот я сейчас обращаюсь, возвращаюсь к нашему недельному чтению. Хочу выучить отсюда несколько вещей. И они релевантны и народу Израиля, и всем другим народам также. Потому что здесь мы видим очень важный, глубокий принцип. Если ты будешь исполнять это слово, ты будешь благословен. Три коротких урока у меня есть. И первый урок – это единство. Анахну матхилим параша азот име милим барусит веигия Игуда эль Йосеф. И мы читаем со слов «И обратился Иуда к Йосефу». На русском написано «подошел». Ну, это так и выглядит, как Иуда подходит к Йосефу и говорит: «Пожалуйста, ну, может быть, тебе будет угодно». Во-иврит катув «ваигаш». А на иврите написано «ваигаш». Динамика מאוד שונה. אני אתן לכם קצת להרגיש את זה. Здесь другая динамика. Йосеф, ובמקרה הזה, לא חבר שלהם.
В этом случае, в этой ситуации, которую мы рассматриваем, Йосеф не является их приятелем. У баецем Йосеф бакисе кавод. Он на троне восседает. Ве эм кмо мивакшим ханина о эзра. Они удалены от него и как просители предстают перед властелином. Вегам Беньямин Йосеф кан ацур. И Вениамин связан, поскольку его застукали. Веканире есть шумрей рош. И по всей вероятности есть охрана. Вепитом леумат коля дворы маэле Юда пашут кофец ле Йосеф. И среди всего, всех этих обстоятельств Йешуа как будто бы Иуда, просто... Иуда. Да, Иуда. Ну, Йешуа потом... Иуда. Иуда, он просто как бы рвется, он нарушает протокол. Бамаком ахер аю пашут... Пашут лихаселото. В настоящем мире очень быстро сработали бы телохранители и нейтрализовали бы моментально. Потому что это угроза жизни властелину, который сидит на троне. Но здесь, в случае с Йосефом, все кончается хорошо. Рега Иуда, что лифней икс шаним язам михират Йосеф ле анашим аэле ле мединим. И если в свое время тот же самый Иуда, он был инициатором вообще, он придумал эту гениальную мысль продать Йосефа чужому народу. Питому умер нефеш ла еледа зэ кшура ле нефеш авину Исраэль. Он вдруг говорит, душа этого отрока, Беньямина в данном случае, она сильно связана с душой отца нашего Иакова. Так что, если ты действительно хочешь, тебе надо кого-то заключить в тюрьму, то освободи его, я буду вместо него. Шлуша мушкетерим у арба кама има еще. И вы помните три мушкетера фильм? Эхад беад кулам ве кулам беад эхад. Один за всех и все за одного. Аз зело эма ю решоним, Юда я решон. Не они придумали этот принцип, Юда был тем, кто... Эхад авур кулам. Получил, он один за всех выступил. Ве анахну ломдим... Бе сефер Захария. И в книге Захарии мы учим. Ба перек эсер. Десятой главе. Ше бе йом эхад ишпох Элохим руах ханина ал Исраэль. Что однажды Бог изольет дух умиления на весь Израиль. Ве кулям иру ото эхад ашер ая беат кулям ве икиру бо ото ашер ая ниткар. И все узрят того, кто был за них, за всех, один за всех, и они узрят того, которого пронзили. И мы помним, что во времена Иешуа был первосвященник Каяфа, и он не был праведником. Но поскольку он занимал определенный, он был в определенном статусе, через него проговорил Дух Святой. И он сказал, лучше, чтобы один умел за всех, за народ. И мы видим, как в Иуда митяцер а Машиах атиди. И вот мы видим, как в образе Иуды фактически проглядывает через его действия будущий, грядущий Мессия. И этот уровень, когда один готов принести себя в жертву за всех, он в лице Иешуа Мессии он возрастает настолько, что Иешуа уже отдает не только за народ, но за все народы.
И вот это пророчество, то, что мы видим здесь, в этом недельном чтении. Шиур шини. Второй урок. Иешуа итгала леам Исраэль бадерех ахерет, меашер шу митгале леамим ахерим. Итак, народу Израиля Иешуа определенным образом открылся, но иным образом он... Ло-ло-ло-ло-ло. Что? Иешуа итгале ле Исраэль. Итгале. Итгале, баатид. Иешуа откроется народу Израиля иным способом, не так, как он открылся другим народам. Теперь правильно? Кен. Шув тмуна ме макоме фо Йосеф, омед Йосеф, вахим лифанав. Возвращаемся к этой, к этому нашему сюжету. Иешуа, Иисус... Йосеф. Йосеф. Йосеф сидит на троне, братья перед ним. Ве Йосеф ло не рак и игуди бихлаль. И Иосиф, в общем, не выглядит как еврей. У им сигнон ти спорит, что мицри, аля мицри. Он пострижен у модного египетского парикмахера. А бегучило аля мицри. И от кардена одежка в египетском стиле. Нахон. Дербе халакешила гуф птухим, к мош анахну руимба сратим. И накачанный такой, красивый, чтобы можно было показать разные обнаженные участки тела. Улай. Может быть. Короче, он не был похож на... не выглядел как еврей. Аваль ба перек 45 ба сефер Брешит. 45. В Бытия 45 глава. Кши у ниргаш ми коля цаакаве юзмашил Юда. Когда он был потрясен от этого демарша Иуды, когда он вырвался и обратился к нему. Питом бетохо нишбар это рацион ледамот ле руаха кодеш веод 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 ли насот это ахим. От Духа Святого? Ну, я переведу. Окей. И вдруг в нем прекращается этот сложно перевести, а? Он, да. Он хотел ураца килу ураца лифамим анахну роцим лакахат маком шел руаха кодеш. А, ебанти теперь нафалля Симон. Иногда мы стремимся, как бы, нам кажется, что мы и есть Дух Святой. Анахну роцим лахлиф руаха кодеш. Мы хотим его подменить и как бы действовать вот. בדרך כלל רוח הקודש מלמד אותנו חיים. Обычно Дух Святой учит нас жизни. אבל פתאום יוסף רוצה ללמד את אחים איך להשתפר. Но вот Йосеф берет на себя инициативу, он хочет научить братьев, как нужно улучшить самих себя. והוא פשוט מורח אותם, הוא מורח אותם על הרצפה דרך כל הניסיונות האלה. И он их размазывает, как мы размазываем хумус по хлебу. אבל באיזשהו נקודה, но определенный момент, כשיהודה מתפרץ וכואב, תפסיק כבר, ну תפסיק עם השטויות שלך. Когда из Иуды просто вырывается крик, он говорит, хватит уже, хватит за своими глупостями. אז נשבר משהו בתוך יוסף. И в Йосефе что-то сломалось. והוא מרגיש, אוקיי, אני לא רוח הקודש. И он понял, что я не Дух Святой. ואני אחד ממכם. И я один из вас. אז בברשית 45 בפסוק 1 כתוב. И вот в Бытии 45 глава написано. וצעק יוסף ואמר לכל המשרתים שלו לצאת מהמקום הזה. Что Йосеф сам начинает кричать, он говорит, выйти вон всем, останьтесь только братья. ומשאיר את יהודים לבד. Он оставляет евреев отдельно. Всех остальных выдворяет за пределы. И он говорит, я брат ваш, Йосеф. Что-то подобное произойдет с народом Израиля в последние времена. Мы привыкли к Иешуа. Блонд и наим хулот. Блондинистым таким, с голубыми глазами. Целува лацлав. Распятым. Бакнесия католито православит. В православной или католической церкви. Аваль кше руах акодиш ишпох ракал Исраэль руах тахнуна. Но когда Дух Святой, Бог изольет Духа Своего, Духа умиления только на Израиля, аз питом машу икре.
Что-то вдруг произойдет. Веколь Израиль и ваша был торега. И весь Израиль спасется в одно мгновение. Ве они лифамим миздамен лиют ба макумот шоним ба улам. И иногда мне приходится бывать в разных местах этого мира. וכול הזמן אנשים אומרים אנחנו מצפים יתוררות אצלנו ואצלנו ואצלנו. И люди мне говорят, вот мы, вот, вот теперь горячее. Мы ожидаем пробуждения здесь или там или здесь. והלוואי שזה יקרה. И слава Богу, если так будет. אבל בספר הזה כתוב שההתוררות הלאומית הגדולה יקרה ב Но в Библии написано, что однажды произойдет национальное пробуждение, и оно будет в Израиле. И когда это произойдет, то Шауль дает нам только намек на то, что что-то великое произойдет во всем мире. Он говорит так. Если их падение, он говорит, было благословение для мира, то что будет их обращение, оно будет подобно воскресению, восстанию из мертвых для всех народов. Фантазия шелахем. Включите вашу фантазию на секундочку. Лицари арав куляну о рубейну иштатафну бе тексей кфира. Квира. И, к сожалению, я думаю, что большая часть из нас так или иначе участвовала, уже была свидетелями, когда хоронят кого-то. Везе цар, вешувер, вата зухерет зе шаним. И это очень грустно, и это то, что тебя разламывает изнутри, и ты потом не можешь забыть это годами. И представьте себе тело, которое было уже закопано, оно пробуждается и поднимается, и встает живое. Это шок. Это шок. А ты помнишь этот шок, как еще какими отхияет Лазарус? Вы помните шок, которому были свидетели многие, когда Иешуа воскресил Лазаря? Ашпа дома и креба коля улам. Павел говорит, что будет что-то подобное во всем мире. Но это произойдет как следствие того, что произойдет в Израиле, когда весь Израиль обратится к Всевышнему. Окей, никуда охрана ли айом. Последний пункт на сегодня. Ты отымлю, Ефим? Не, вы, они, нет, я только. Чуть-чуть. Но горячая вода, она все-таки. Бабрешит, баперек шлушив вехамеш. Бытие, 35 глава. Яков макрив курбанот ле Элухим, ахарей шеу хазар ле эрец амуфтахат, ахарей Лаван. Яков возвращается в обетованную землю, и он приносит пожертвования, жертвоприношение Богу он делает. Элухим мишане ло шем. И тогда Бог меняет его имя. Ваумер ата Исраэль. Теперь ты будешь Исраэль. Ветергум шел ашем азе ата тие сар эль. И если переводить это имя, то ты будешь князь Божий. Килу беха ируоти. То есть в тебе будут видеть меня. Эфоша ата ло тие беха ируоти. Везде, где ты, куда ты будешь приходить, будут видеть меня, глядя на тебя. Ахарейше Бен шело Йосеф неибад. И после того, как его сын Йосеф потерялся, אנחנו רואים שישראל מחזיר לעצמו שם הישן שלו יעקב. Мы видим, что Израиль, он как бы возвращает себе старое имя свое Яаков. ומאז הוא כל הזמן יעקב, 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 יעקב. И с тех пор он Яаков, Яаков, Яаков. Как будто бы он делает шаг назад, и он возвращается к сомнениям. И потом мы видим в никуда, в перек 45, в пасук 27, им не вдишу. 27 стих 45 главы книги Бытия. Вдруг мы видим, как они встречаются. Векатув
Вамру хай бен ха Йосеф. И сказали: жив сын твой Йосеф. Вебаперек 46 в пасуке 1 катув. И в первом стихе 46 главе написано: Кварло Яаков ве рац лешама Исраэль ве пагаш эт бно Йосеф. И там уже не называется Яаков Яаком, а написано: и побежал к нему Исраэль и обнялся с сыном своим Йосефом. Йосеф митурер о меир бетох Яаков и Израиль потехото лекрия митич. Йосеф пробуждает, воспламеняет в Яакове вновь Израиля. Понеру цела гидмашу. Я хочу сказать здесь что-то. Баулам коло итраглу леам шелану. Во всем мире привыкли видеть в нашем народе. Анашим ше омитаским бекесев, омитаским бемада. Оба музыка. Тех, кто занимается либо деньгами, либо музыкой, искусством, либо наукой. Ве им атем мистаклим беколь скарим эйфо игудим о обазе, обазе. Если вы посмотрите всякие списки, топ, всяких перетоп, то вы увидите или в науке, или в искусстве. Бизнесе. Это как еврейская мама, она говорит. Они, но тенет ле елет шили льет миши уроце. Я даю моему сыну, позволяю делать все, что он хочет. У яхоли льет орофе орехдин. Он хоть врачом может быть, хоть адвокатом. То есть, что-то, или адвокат, или врач. Аваль, но крия шелам Исраэль зели лишадрег о лишадер пней Элохим баулам куло. Но призвание народа Израиля транслировать всему миру лицо Бога Всевышнего. Это не произойдет раньше, чем наш народ узрит того, которого пронзил, узрит Иешуа. И когда народ Израиля увидит это, что-то произойдет внутри. Мне очень сложно описать, что это будет. Но произойдет некая динамика в нашем народе. Что единственной целью станет цель, которая была у Авраама. Я буду поклоняться Богу Всевышнему. И Марк сказал сегодня, Йосеф преуспел в этом. И он сумел привить своим сыновьям и воспитать их в вере единого Бога. Но здесь произойдет нечто на национальном уровне. И каждый из нас, который, может быть, с трудом иногда молится, иногда открывает Писание. А есть особенно одаренные, которые не делают ни то, ни другое. Мы воспримем голос по Богу до такой степени. Голод. Не голос, а голод. Голод. Услышим голос и почувствуем голод. Шанахну некмо саре эль. И мы станем подобными князьям Всевышнего. Недельное чтение, которое мы разбираем, оно дает нам много уроков. Я могу продолжать, если только вы попросите. Здесь подсадная утка, мы договорились заранее, она будет просить, мы будем продолжать. И еще одно. אתם יודעים, כתבי קודש מלא באליגוריות. Писание наполнено аллегорическими изображениями. ולפעמים אנחנו כן צריכים להסתכל את האליגוריות האלה. И иногда нам стоит обратить внимание на эти аллегории. ואתם
אתם יודעים, זה סיפור, בפשט זה סיפור שקרה באמת. И если мы смотрим пшат, то есть простое понимание текста, мы видим историю, которая реально произошла. Но сейчас внимательно, будьте добры, еще чуть-чуть внимания. Яков за коли хад мейтану. Яков – это каждый из нас. Яков шамур лиштапер велафох льет Исраэль. Яков, которому предстоит измениться, исправиться и стать Исраэлем. А та, они, анахну куляну, анахну нолдим Яаков, аваль црихим ли иштанот ли йот Исраэль. Ты, все мы рождаемся Яаковом, но нам, наше призвание стать Исраэлем. Ахим басипура зе. И братья в этом рассказе. Зе га коль мине гаргашот ве таавот. ודברים שזורמים בתוכנו, אהבה וכינה, כעס ורחמנות, רצון ועצלנות. זה הכל, זה אחים שלנו. И в этом, братья в данном случае предстают перед нами в качестве аллегории наших чувств, наших любви и ненависти, лени и энергичного какого-то поведения. Аппетит, рацион, желание. Это все как бы наши братья. Эмитану колязман. Они все время с нами. Им ешлану мотив лонахон. И у нас, если у нас есть неправильный мотив, а занахну давар яфе яхулим лакахат ли дафар гаруа, то мы что-то доброе можем использовать для злых целей. Агава ифшар лафох ли таава. Любовь можно превратить в похоть. Похоть, вот, я забыл. Можно взять любовь, все, что хорошо и замечательно, и превратить ее в похоть. Но если у нас есть правильные мотивы, то ревность можно использовать в правильном направлении. Зависть. Зависть. А та микане, что у ицлих как в как. Я, когда ты завидуешь ему, что он преуспел в этом и в этом, а за та бимком лит я беж бакина, а та олех, а та лумед, а та усеши урейбайт, а та мацлех моу. Если ты правильно используешь, правильные мотивы имеешь, то ты вместо того, чтобы иссушить себя этой завистью, ты воспринимаешь его как пример для подражания. Ты решаешь для себя действовать, преуспеть, и, используя его, превозмочь его. Йосеф за мох шелану. И Йосеф – это наш разум. Тамид ешь халомот. И у нас есть всегда сны. Ве тамид ешь лану районот. Идеи, мысли, видения. Лифамим гаава зорекет отану има махшивот шелану лемаком лотов, кмо шезе зарак памет Йосеф. Иногда, когда мы даем место гордости, она влечет нас в нехорошее место, подобно тому, как Йосеф был увлечен в печальные обстоятельства. Влефех. И наоборот. Кшанахну ломдим михаим, а за мох шелану лукех отану лемаком тов венахон. И когда мы, противоположность этому, учимся у жизни, и следуем, руководствуемся правильными мотивами, то мы достигаем лучшего. И в этой всей истории Иуда предстает как наша ревность, как наше желание. Дерзновение, я бы сказал, чтобы прыгнуть, устремиться в правильном направлении. Способность, подобной Петру, взять и пойти по воде. Или желание настолько сильное искать лица Всевышнего, что анахну маком ануш, יכולים להפוך למקום פוריה ותקומת מן המתים. Когда мы из осужденного состояния, из состояния вины, можем... Ануш, это...
мертвого? Да, почти, да. Как бы предсмертного. Погибельного состояния мы можем вырваться в, и стать плодоносящими. А сколько адмитану Яков, шафу аф, амур льет Исраэль? Так что каждый из нас, он Яаков, который должен стать Израилем. Давайте мы будем думать о нас самих в правильном направлении. Давайте будем вкладывать и применять усилия для того, чтобы изменяться и улучшаться. Давайте дадим место и нашему Йосефу, в смысле нашему разуму. אבל מדי פעם שאנחנו יכולים להיכנס לנוכחות אלוהים כמו יהודה ויגש, אני דורש פניך, אבא. Но быть при этом подобным Иуде, который имел дерзновение, чтобы прибегнуть, устремиться и искать лица Всевышнего. ולקבל ניצחון. И победить. בוא נעמוד ביחד. Давайте привстанем все вместе. אבינו שבשמיים. Отец наш, который в небесах. Улай ло искиру это коль. Может быть, не все запомнят все присутствующие здесь. אבל אני מתפלל שרוח הקודש אוכל להזכיר לנו. Но я молюсь о том, чтобы Дух Святой мог напоминать нам. תלמד אותנו בדרך האמת. Учи нас и веди нас путем истины. אני מתפלל אדון, תן לנו להיכנס כל אחד לקריאה שלו. Я молюсь о том, чтобы ты помог каждому из нас войти в наше личное призвание. ותן בבקשה ליוסף שלנו. И дай, пожалуйста, нашему Йосефу. ולייהודה שלנו. И нашему Иуде. להשתדל ביחד. Сотрудничать. בשם ישוע המשיח. בשם ישוע המשיח. אמן. אמן.